Массовые акции по следам теракта в Анкаре, унесшего жизни более 120 человек, состоялись в европейских столицах. В Лондоне активисты левых партий вместе с представителями турецкой курдской общин прошли по центральным улицам с требованием найти и наказать организаторов варварской атаки, а также бороться против группировки «Исламское государство». А в Париже митингующие, в числе которых были французские коммунисты и курды, главным виновником произошедшего назвали президента Турции Реджепа Эрдогана и правящую партию, невзвешенная политика которых, по их мнению, и привела к всплеску экстремизма. Продолжаются протесты в крупнейших городах самой Турции. Неспокойно на улицах Анкары, Измира, Стамбула. А на юго-востоке, в Диярбакыре, чтобы унять агрессивную толпу, полиция применяет водометы и резиновые пули.